Время неумолимо идет вперед, но оно не властно над памятью народа. Музей – это надежный хранитель исторической памяти и наследия прошедших эпох. Работа школьных музеев, поисковая работа, общение с ветеранами помогает сделать изучение истории Родины интересным и убедительным, воспитать глубокое уважение к памяти тех, кто воевал за наше Отечество, выстоял в огне и победил. Сколько экскурсий, уроков, памятных событий проведено по материалам наших музеев. Слушая рассказы школьных экскурсоводов, вместе с ними проживаешь события военных лет. Так перед нами оживает история и ее герои. Заветные письма-треугольники. Развернешь, словно птицы с двумя крыльями. Сколько в них тепла, любви, веры в победу. Кто увидел их, подержал в руках, тот проникся болью и гордостью за свою родину. Время создает для нас новые технические возможности, которые меняют жизнь школьных музеев. Мы стремимся активнее использовать новые информационные технологии. У многих появились свои интернет-сайты, которые приобретают все более интерактивный характер. Они не только предлагают информацию, но и вовлекают в общение с музеями через анимированные планы и схемы, и игры, чаты и другие средства коммуникации, ставшие для юного поколения уже привычными. Интерактивные музеи стали называть живыми. Их популярность растет с каждым днем. Работы много, но она сплачивает ребят, учит общению и любви к своей малой и большой родине. В Ленинградской области 182 школьных музея и комната боевой славы. Каждый музей работает по своей программе и профилю. В честь 75-летия Великой Победы и года победителя в Ленинградской области прошел областной смотр-конкурс школьных музеев. Старт конкурсу был дан в декабре 2019 года во всех муниципальных образованиях. По результатам муниципального этапа 38 лучших школьных музеев представили свой район в очном этапе конкурса, который прошел 19 февраля в центре Ладога. Члены жюри оценивали обзорные видеоролики, презентации экспозиции экспонатов. Руководители музеев представили опыт и достижения, содержание работы с ветеранами и организацию временных экспозиций, посвященных юбилейным датам истории Отечества. По итогам экспертного оценивания, проведенного членами жюри, были определены 7 победителей и 7 лауреатов смотра конкурса по 7 номинациям. Это книга памяти, книга нашей истории, которая передается как эстафета поколений от прошлых к ныне живущим и будущим.